Как проверять марку бетона? Вот молотком. Бьем по бетону. Тут залита марка 250. Бьем по бетону. Если от молотка остается след, то нету 250. А тут не остается. Значит, есть. Те места, где были шпильки, можно замазать какой-нибудь битумной гидроизоляцией, чтобы не ржавело. И все здесь. И полностью можно битумной гидроизоляцией просто покрасить. Тут вот перелилось чуть-чуть лишнее. Ну это можно одолбить. Ничего страшного. Маленькие трещинки вот. Это тоже ничего страшного. Они бывают просто в глубину, где-то 0,5 сантиметров только всего лишь. Быстрое перевысыхание. Не успели накрыть сразу. Надо было накрывать. Высохло. Погода жаркая была. Это все равно ни на что не влияет. Гидроизоляция, если промазать, как раз все щели заполнятся.
И ничего страшного. Ушло 58 кубов сюда, марки 250 на щебне. Получилось